Сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу совместно с председателем Совета ветеранов Алексеем Чутчевым провели урок мужества для учащихся Видновского художественно-технического лицея. На занятии школьники познакомились с историей возникновения и формирования органов внутренних дел, а также с особенностями профессии полицейского. В начале встречи Алексей Чутчев поделился с ребятами своей историей службы в органах внутренних дел. Рассказал, как от постового милиционера прошел путь до подполковника и о поступке, за который его наградили орденом за личное мужество. Также лицеисты узнали о прапорщике милиции Эдуарде Кадырове, посмертно удостоенном звания Героя Российской Федерации, и других сотрудниках ОМВД по Ленинскому округу, самоотверженно выполнявших свой долг и погибших при выполнении служебных обязанностей. Если какая-то была информация о том, что там закладываются или там террористы находятся, или боевики, вот, то они, как правило, там группы там 5-7 человек или на броневиках, на автомашинах принимали участие и ликвидировали эти группы. Ну а тем, кто в будущем пожелает выбрать полицейскую профессию, сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД рассказали о правилах поступления в высшее учебное заведение МВД России. Мы хотели вам предложить наш институт, университет, Московский университет МВД России имени Кикотя. Эти буклетики я вам отдам, можете на следующий год с ребятами поделиться, можете, у вас есть группа, выложить. Кто закончит 11 класс, мы можем предложить службу патрульно-постовой службы полиции. Либо полицейским водителям, если на тот момент уже будут у вас права. Также ребятам рассказали о специфике работы в разных отделах полиции, в числе которых кинологическое подразделение. Инспектор-кинолог со своей служебной собакой по кличке Найджел продемонстрировал отработку команд и навыки поиска опасных предметов.